Сегодня в сквере Морской от знаменитого магаданского мамонта стартовал автопробег «Страна энтузиастов». Автолюбители планируют преодолеть маршрут, включающий в себя 40 регионов и свыше 20 городов нашей страны за 50 дней. Общая протяженность маршрута составит более 25 тысяч километров. Проект поддерживают бренд «Континенталь» и «Рустуризм». Вчера на пресс-конференции лидер команды Андрей Леонтьев рассказал о цели проекта. История следующая. Мы очень любим ездить по стране. Мы очень хотим, чтобы людей, ездящих по стране, было все больше и больше. И мы очень хотим, чтобы люди не боялись это делать. И вот каждая наша экспедиция, их уже у нас там было порядка 50, они все, в общем, имеют примерно один и тот же посыл. А вот содержание может быть абсолютно разное. Организаторы автопробега ставят перед собой несколько задач. Показать, что по территории всей России можно ездить на обычных, неподготовленных автомобилях. Также путешественники хотят показать способы решения различных проблем, встающих перед разными людьми. Это проактивность как образ жизни. Сегодня съемочная группа «Вечернего Магадана» взяла небольшое интервью у Андрея Леонтьева прямо перед стартом экспедиции. Мы в Магадане финишировали 5 раз, но ни разу не стартовали. То есть это наш первый старт из Магадана. Мы оставили самый такой, наверное, интересный, романтичный, самый эмоциональный кусок на начало экспедиции. Тому есть несколько причин. Прежде всего, мы хотим успеть по погоде, пока не встали, пока у нас не прекратилась навигация на реках, чтобы мы успели на паромы. Страна у нас пока не вся еще связана мостами, вот, поэтому вы как-то существуете, к сожалению, пока отдельно, пока Алданский мост не построили, поэтому надо успеть. Это первое. Второе, надо когда-нибудь попробовать ехать с востока на запад. Вот, учитывая, что день сейчас сокращается, поэтому мы поедем как раз с севера, захватим сначала север, потом пойдем на юг, чтобы у нас дни были длиннее по съемке. То есть технологически и эмоционально, вот как бы для нас важно было в этом году стартовать именно так. Путешественник рассказал, что его команде удалось найти на Колыме своего первого героя, о котором будет снят сюжет. Рассказ о людях страны энтузиастов – одна из главных целей автопробега. Наверное, очень хорошо, что мы сразу здесь, на Колыме, нашли нашего первого героя, Ивана Александровича, да, в Ягодном, с его потрясающим музеем. И это тоже очень, наверное, важно будет узнать и всей остальной стране, что даже там, где плотность населения стремится, в общем, к минимуму, где такие огромные, совершенно пустые пространства, есть тоже люди, которые, в общем, на своем месте пытаются не оставаться равнодушными к тому, что происходит, и пытаются без всякой помощи сторонней делать что-то очень важное для того, чтобы мы помнили нашу историю, чтобы правильно выстраивали будущее. Всегда интересно узнать мнение путешественника о нашем родном Магадане. Андрей Леонтьев может уверенно сравнивать, ведь он приезжал в наш город 5 раз в разные годы. Вы знаете, я каждый раз приезжаю в Магадан, с одной стороны грущу, потому что я вижу вот эти вот шанхайчики, вот эти вот гаражи, вот эти вот заборы, которые падают уже на дороге. Вот. С другой стороны, я вижу, как город меняется к лучшему. И то, что происходит в Магадане, вот то, что я увидел сейчас, не будучи здесь 3 года, то изменения, конечно, радикальны. И они не могут не радовать. Мы вчера даже пытались найти, то есть мы понимали, что мы будем стартовать от Мамонта, но мы уже нашли вчера как минимум 4 еще точки, откуда можно стартовать, где можно поднять коптер, можно показать красоту вот этого далекого, очень для многих загадочного города.